же приятно ощущать массаж, и при этом вы понимаете, что у вас массажист всегда под рукой. Сегодня специальное предложение дня. Это роликовая массажная подушка, которая позволит вам всегда чувствовать себя на полный, на 100%, потому что у вас будет теперь массажист под руками. Защемило плечи, сделали массаж плеч, заболела голова, промассажировали шею, и эта подушка у нас пользуется огромным спросом. За прошлую презентацию, буквально за одну презентацию было продано более 500 штук, и сегодня мы представляем с максимальной выгодой скидкой именно роликовую массажную подушку. Если вы заказываете роликовую массажную подушку и любой лот из рубрики «Здоровье», у вас будет бесплатное, у вас будет подарок. И это не просто подарок, а для ваших ног. Это комплекс от усталости ног. Это скраб и крем вместе. Заказывайте массажную подушку, положите вторую, например, на подарок. И при этом тогда у вас будет еще и комплекс для ног абсолютно бесплатно. Дозвонитесь, забирайте, спешите делать покупки. Роликовая массажная подушка должна быть в каждом доме. И об этом не понаслышке знает наша любимая ведущая Леночка Шевтунова. Ой, всем-всем добрый день, приветствую, всем желаю здоровья. Вы знаете, в прошлом году, в августе месяце, у меня защемила грудь, и я подумала, что у меня болит сердце. После полноценного обследования выявили, что у меня защемление 5-го позвонка, который отдает как раз болью в сердечную мышцу, и сказали срочно на массаж. Конечно, естественно, когда вот так жареный петух нас клюет, мы бежим и тратим любые деньги. Я за массаж заплатила 3000 рублей. Один сеанс? Конечно, за один сеанс. Конечно, помогло, но когда я потом встретила на нашем телеканале роликовую массажную подушку для всего тела, и при этом еще и для каждого члена моей семьи, вот теперь спасение. Я обхожусь без таблеток, я обхожусь без массажей, которые стоят огромных денег, потому что эта массажная подушка творит чудеса. Во-первых, ее можно брать с собой везде, в дорогу, на дачу, на работу, она входит в любую сумочку. Во-вторых, она что делает? Она массирует абсолютно любую часть тела, это точно, поэтому вот именно сейчас закажите ее для себя. Да. Очень часто, особенно когда вот наш Вячеслав, бизнесмен, использует в машине, вот едет целый день, затекла спина, заболела шея, просто подключите, потому что портативная аккумулятор также входит в комплект, вы его также получаете и просто и легко заряжаете с помощью прикуривателя, с помощью специальной эластичной ленты прикрепляете к сиденью и наслаждаетесь профессиональным массажем шатсу в любое время дня и ночи. Плюс, смотрите, у нас включается очень просто, у нас одна кнопочка, нажимаете и сразу уже начинается массаж, нажимаете еще раз, наши массажные головки вращаются в другую сторону, нажимаете еще раз, и вы можете даже отключить инфракрасный прогрев. Инфракрасный прогрев также здесь имеется. Это уникальное предложение, специальное предложение только сегодняшнего дня. Это компактная, многофункциональная массажная подушка, которая сегодня с максимально сниженной ценой, и можно использовать ее и дома, и даже в машине, потому что здесь есть специальный шнур-адаптер, чтобы вставлять и в прикуриватель. Дозвонитесь, цена только сегодня 1799 рублей, скидка 62%. Спешите делать заказы. Уникально. Я смотрела в интернете, Лена, 5500. Вы представляете? Мы на телеканале Shop & Show делаем все, чтобы вы были здоровы. Успевайте, дозвонитесь и забирайте из эфира. Вот кстати, да? При заказе я оформляю покупку с доставкой в Евросеть или связной пункт выдачи, у вас будет бесплатная доставка. Ой, здорово. А как использовать? И, конечно, боли пройдут, потому что очень часто боли в спине, они застекают в разных, да, вот, частях нашей спины. Это может быть и поясница, это может быть и шейный отдел позвоночника, и грудь, отдел позвоночника. Вот такой компактный помощник справится с абсолютно любой болью, потому что его можно прикладывать к любой части тела, будь то грудной отдел позвоночника, массаж, наша вот такая шишка, да, соляная, которая образуется с возрастом, или, например, закостенели, вот занемели мышцы именно плечевого сустава, плечевого именно области, да. Когда там молочная кислота, они уже, так, знаешь, такая грубая очень становится, не разминается. И вот этот массажер роликовый поможет размять все, даже, кстати, можно
нужно массировать зону живота, тем самым убирая лишние сладкие, нормализуя работу желудочно-кишечного тракта. Это идеально! Фантастика! Роликовая массажная подушка, которую можно использовать на всех участках нашего тела. И при этом у нас абсолютно удобное использование. Смотрите, покажи, да. Смотрите, если, например, есть шишка или закостенели именно вот плечевая зона, вы просто прикладываете, и начинается профессиональный массаж, который под названием шиатсу. 4 ролика, которые вращаются постепенно, они настолько проминают мышцы, а значит, вот сразу налаживается кровоток, налаживается работа организма, налаживается работа клеток. Вот они, те самые 4 роликовых ролика, которые крутятся в одну сторону. При нажатии кнопки они крутятся в другую сторону, и моментально они профессионально проминают ваше тело, налаживая работу организма. Плюс еще и инфракрасный прогрев, он также воздействует на наше здоровье, тем самым улучшая работу выработки коллагена даже. Смотрите, мы проработали плечи, далее у нас грудной, да, отдел позвоночника также мы массируем, спускаемся ниже, поясничный, особенно сейчас, знаешь, на грядочках-то мы все поработали. Все, конечно, уже вкалывают сейчас. Вот, и вот посмотрите, поработали на грядочках, и вечером сделали такой массаж, 15-20 минут в день, и вы уже чувствуете себя совершенно по-другому. Остеохондрозы, артрозы, конечно, наши стрессы, неустойчивое состояние, все это сегодня решает наша массажная подушка. Итак, роликовая массажная подушка, которая применяется и дома, и в машине, и в поездках, компактная, легкая в управлении, и работает не только от сети, как обычная, в розетку, да, либо можно включать ее с помощью специального шнура 12 вольт автомобильный от прикуривателя. Этот шнур вы получаете в комплекте, и цена только сегодня, скидка 62%, всего 1799 рублей. Скажи, пожалуйста, вот инфракрасный прогрев, а в каких случаях он показан, и не опасно ли это? Ну вот вообще врачи говорят, если есть воспаление, то греть ни в коем случае нельзя, да. Но это абсолютно не относится к инфракрасному прогреву. Инфракрасный прогрев очень обширно используется в медицине, он не просто прогревает наш воспаленный участок, он воздействует на внутрь проблемы, он убирает воспаление, является антибактериальным эффектом и, конечно, обновляет клетки, поэтому тут нужно уже успевать забирать для себя. Забирайте сейчас, при этом заказывая массажную роликовую подушку плюс любой лот, вы получите подарок. Делайте заказы сейчас для всех членов семьи, всем показан массаж. Не тратьте деньги, ваша массажная подушка всегда под рукой.